обычным шагом. Поводочек Лера, да? Провище. Тщательно. Молодец. Супер собака. Да. Теперь начните двигаться по квадрату, совершая повороты в правую сторону. По часовой стрелке по квадрату. Я посмотрю, как у вас происходят повороты направо. Верно. Верно. Молодец. На поворотах незначительные рывочки, чтобы собака сравнялась с вами, чтобы собака подобрала темп под ваш, чтобы собака не отставала. Верно. Молодец. Супер собака. Умница. Верно. Да. Молодец. Рядом. Перед поворотом говорите рядом и поворачиваем. Рядом и повернули. Примерно за шаг, за полтора сказали рядом и потом повернули. Молодец, да. Супер собака. Рядом. Нет, нет. Рядом. Да. Теперь давайте подвигайтесь по залу против часовой стрелки по квадрату, совершая при этом левые повороты. Рядом. Молодец. Супер, супер. Рядом. Молодец. Рядом. Молодец. Да. Супер, собака. Рядом. Чаще вам нужно повороты совершать. Рядом. Меньше движений по прямой, чаще повороты. Рядом. Небольшой квадрат. Да. 3-4 шага по прямой, ну или 4-5 шагов по прямой и поворот. И снова поворот. Рядом. Да, не забываем хвалить после поворота. Рядом. Молодец, да? Супер собак. Рядом. Рядом. Молодец, да? Супер собак. Теперь начните останавливаться. Остановка, собака садится возле левой ноги. Сделали несколько шагов, сказали рядом, сделали несколько шагов и остановились. Рядом. Перед остановкой тоже нужно говорить рядом. В начале движения, когда начинаем движение, говорим рядом. И перед тем, как собираемся остановиться, тоже говорим рядом. Рядом — это для собаки предупреждение, как рядом. Внимание.